В Подмосковье стартовала детская летняя оздоровительная кампания. В Люберцах на базе общеобразовательных учреждений открыт 31 лагерь с дневным пребыванием. Чтобы узнать, что в этом году подготовили для детей, наша съемочная группа отправилась в школу номер 11. Последняя беглая проверка школьного лагеря перед открытием. Глава округа Владимир Ужицкий и начальник управления образованием Виктория Бунтина осматривают кабинеты для развивающих занятий, столовую, в которой ребят ждет трехразовое питание, и спальни для послеобеденного отдыха. А на улице тем временем уже началось грандиозное представление. Я вам желаю хорошего настроения. Занимайтесь спортом, учитесь, дружите. Конечно, вы иногда балуетесь. Вот видите, молодцы. Поэтому я вам желаю быть послушными, потому что ваши родители вас верят. «Орленок» – детский лагерь в 11-й школе распахнул свои двери для 130 детей от 7 до 15 лет. Взрослые обещают – скучно никому не будет. Каждый школьник в душе мечтает устроить в школе революцию. Чтобы вместо уроков пели песни, играли в игры, спортивные соревнования, квесты. Но каждое лето в июне наш школьный лагерь распахивает двери. И поэтому никакой переворот не нужен. Именно здесь их ожидает все то, о чем они мечтали во время учебного года. Расслабиться и отдыхать. Все лагеря накануне, это до 19 мая, приняты межведомственной комиссии, в которую входили и сотрудники УВД, и сотрудники Роспотребнадзора, Пожнадзора. То есть сегодня все мы лагеря организовали в безопасных условиях и в соответствии с теми нормами, которые предусмотрены. Детские дневные лагеря проработают ровно месяц, до 30 июня. Всего в Люберцах отдохнут 3680 детей. Для них организуют досуговые и спортивные мероприятия. Большое внимание уделят изучению правил безопасности. Луиза Егиазарян, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.